Весна. Наступает весна, это время травм глаза. Едем на дачу, пилим, режем, постоянно что-то происходит, отлетает в глаза. Чем помочь при попадании инородного тела в глаз? Ну, прежде всего, не пытаться самостоятельно достать это инородное тело. Глубина повреждения, невозможно ее оценить внешне, во-первых. Во-вторых, даже самая мелкая частица, она может проникать внутрь глаза и вызывать серьезнейшие осложнения, о которых вы можете даже не знать. Так что же делать, если инородное тело попало в глаз? О первой помощи наш короткий ролик. Если в глаз попало инородное тело, ни в коем случае нельзя. Тереть, зажмуриваться, промывать водой из-под крана, закапывать капли, сок алоэ или мед. Если это металлическая стружка, широко откройте глаз и поднесите к нему магнит. Подвигайте глазом в разные стороны. Магнит захватит инородное тело. Если в глаз попало неметаллическое инородное тело, крошка, пылинка, деревянная стружка, волос, сделайте следующее. Тщательно вымойте руки. Подойдите к зеркалу. Оттяните нижнее веко. Покрутите глазом в разные стороны. Постарайтесь поплакать. Если соринка не покинет глаз, снова оттяните нижнее веко и аккуратно проведите по нему ватной палочкой или диском, смоченным в кипяченой воде. Помните, работать в саду или на даче необходимо в защитных очках. Также используйте их, когда наводите порядок в доме.